вопросы обеспечения общественного порядка, вопросы безопасности наших граждан относят к базовым потребностям жителей Камчатского края. Когда мы говорим о решении главной задачи, поставленной президентом Российской Федерации по обеспечению опережающего качества жизни на Дальнем Востоке, по обеспечению качества жизни, соответствующего запросу нашим гражданам, то решается он не только через вопросы экономики, не только через социальные потребности наших жителей, но и через такую базовую потребность, как обеспечение безопасности. И по этому направлению в Камчатском крае ведется конструктивно постоянная работа совместная с Управлением внутренних дел по увеличению, по развитию, повышению уровня уважения к закону и общественному порядку.